Солист группы Mysterians Дильен решил немного сменить профессию, так вместо того, чтобы петь, он ударился в режиссуру. Более того, в своем новом увлечении артист является еще и оператором. Начать он, правда, решил с малого. Пока что занимается неким рекламным роликом, что примечательно не для Казахстана, а для наших китайских соседей. Очевидно, что планируется нечто интересное. По крайней мере, будущая реклама будет с неким сюжетом, для которого нужны актеры. Последних Дильен уже успел найти. В общем, нам остается только ждать.